плюс 0. Едем дальше. Ну, на Рипере будет плюс 10, скорее всего. Просто потому что Рипер сейчас сильный. И собрать его легко. Типа, собирай что угодно вообще, и будешь сильным. Сильным Рипером. Нет, по-моему, до этого расстановочка получше была. Алён, приветики. Здорово. Хотя нет, чеснок как будто поважнее будет. Не играю пару недель в сумке, что они сделали с Рипером? Он сейчас достаточно стабилен, у него много хороших билдов, то есть блайндухи вполне могут еще работать, яды сейчас хорошо работают, вот, типа, ему заходят все баджики, как мне кажется, если они приходят, конечно же. Че, продолжим в сковороду играть? Не будем, наверное, в этот... Да, может, банки пособирать? Не буду, наверное, в этот выходить. В лопату. Хотя у меня есть банан, я могу это сделать. Анхил должен, да. Вполне. Балатра на свече в итоге смогла даже на вас сложности пройти, потому что удобно под рукой. Кайф, грац. А бэкпаков нету на этом? А, на свече нету. Ну, на Steam Deck, наверное, есть бэкпаки, не? Вообще, да, они нужны где-нибудь в этом. А, да. Это, конечно, здорово, но еда уменьшается. А, ну здесь уже можно переставляться по-другому, в принципе. Чтобы больше предметов лежало в сумке. Блин, я не знаю, что брать. Ну, песок, типа, всегда хорош. Сумки в браузере, но там, по-моему, только демка, если я правильно слышал. Блин, короче, ладно, хер с ним, я пойду все-таки. В лопату, лопата, рипер, это early game. Пойдет. С бананом, надеюсь, мне временно хватит стамины, чтобы пробиться через этот шиповый щит. Нет, я проиграл. Да, я проиграл. Шиповый щит, это жестко. Вторая сковородка. Уф. Уф. Это я даже знаю, что за сковородка, я зря сумку купил. Возьму и сделаю пандемониум ранний. Будет сильно. Стоунскин можно было, типа, броню взять. Но пока не нашел кожаную броню, нет смысла покупать банку. Просто так я все равно броню не нафармлю. Блин, давай, лопата! Нет, по-моему, это... В смысле я проиграл рейнджеру с лопатой? Камень. Окей. Еще банан. Я не совершу эту ошибку второй раз. Ха-ха. Ядики. Так, ну вообще в ядики... Мы наверняка в ядики пойдем играть. ХЗ? Вообще нет. Наверное, в еде останусь. Ну, куда? Ну, конечно, в ядики пойду. Качественно нашел расстановку получше, но как бы не так, потому что банан не трогает другой банан. Так, минус одна звезда на пандемониуме. Две звезды. Ну, если я хочу ускорять банан посильнее на две звезды, да, а не гриб, то, наверное, да. Так получше будет. Не буду пока ядик получить, не хочу банку, не знаю.
Так, мне нужна кожанка. Кожаночку, пожалуйста. Кожаночку. Это изи. С пандемониумом я сейчас очень сильный. Может, я до Губерта? Чё-то не. Вот кожаночка. Всего-то надо было попросить. Три песка и их некуда запихнуть. Забавно. Шипастик. Я думаю, шипастик нас не победит, потому что... Да, у нас две пушки, но... Камни копай. У, ягоды тоже топ. Не, ну по скидке я как бы возьму. Еще и в нож, наверное, закину. Я хуйню несу. По-другому, ребят, не сказать. Я сейчас жесть, не на тильте на каком-то, но я наделали. Не могу подобрать хуйню несу. Или все-таки фласку вместо яда ножа. Наверное, все-таки фласку сделаю. Поехали. Стена песок сыпется. Да, походу. Возможно, кстати, 3 песка в данной ситуации круче, чем 45 армора. Но... Не уверен. Не знаю. Кто вообще играет без яда Губерта? Я добился змеёй и косой, интересно, если вдруг она мне выпадет. Еще песок, кек. Так, круче получается. Угу. Ну, наконец-то хотя бы песок выставили. Блин, корона, кстати, хорошо. Слушайте, я вот думаю еще, может, в нож? Мы накладываем яды, мы накладываем блайнды. Накладываем еще яды. Нож сам по себе сильный. Да, бутылку в пояс закину. О, два шипа. Два шипа перча. Один из них с караптодом. Честно говоря, мне кажется, он меня не выиграет. Два эмпауэра сразу же по 6-7 бьет. Блин, у него три щита, что? Что я сказал, что он меня не выиграет? Еле-еле. Сабкласс unlocked. Ну и что ты мне за выбор такой даешь? Ну почему? Искать косу и делать ядобомбу? Или просто ножом накачивать урон... Сковороез к вот этому вот всему. Виномансер без Губерта и косы как будто бы не так хорош, как нож. Нож универсален. Нож универсален и силен. Поехали. Нож всегда топовый. Ягоды, лампы, бананы, агарики. Агарик можно, кстати, купить на самом деле. А все почему? Потому что фласка. Везло, что купил агарик. Так, поехали. Сейчас мы сделаем это вот таким вот образом. Ты используешь тебя. Ты сюда также вкладываешься. И шапку некуда пихнуть, да? Блин, шипастые эти. Просто недавно тестил ядобомбу и сказал, что она понос. Блин, ну... Что поделаешь? Как бы вас так расставить, чтобы... Сейчас подумаем, подожди-ка. Чтобы шапка влезла. Блин, шапка все еще не влезает.
А еще можно было поискать. Переделываем? Нет. Может быть, две? Не, ну броню точно нужно. Так, 14 ядиков. Не очень много. 20 ядиков. 22 ядика. 7 блайндук. Че, мы в темный меч-то в итоге пытаемся выйти вместо лопаты? Но это всегда темный меч, наверное, да? Нифига себе. Сейчас я как это все переставлю. Ух. Кстати, о темном мече. Сколько он стамин жрет? 0.9. Лопата 0.7. Но все равно, ну блин, я, у меня full дебаф билд, конечно же, я должен в него выходить. Регена у меня 0, поэтому. Хотя я накладываю 3 блайнда здесь. Может, уже откажемся от лопаты? Но мы с дэмэдж за каждый блайнд наносим. Не, пока еще, наверное, нет смысла. Это тебе не надо куда-нибудь переставить, нет? Вроде нет. Сыграл две вечера игры через Берсерк с Экскалибром и Сырами. Что-то очень жестко. Сливался только Рейнджер и через Клевер. Да, да, Берсерк в Экскалибре сейчас сильный. Блин, тут святая броня снимает дебаф, и еще и Губерт. А, Губерт только хилит. О, нет, это бессмертная... Бессмертный Лантерн! Окей. Он может, он может. Что, у меня такое чувство, что мне лучше вот так вот сделать. Хотя... Не знаю. Темный камень, плиз. Темный камень, плиз. Хотя бы блайнд можно наложить. Есть темный камень, 6-3 по кубкам. Слабовато иду на самом деле, как будто бы. 6 шипов! Ой, много шипов! Ну ладно, шипы резко закончились, потому что они временные от этой банки, но как будто бы мне это не очень помогает. Стронг скин... Стронг скин пот и под Poison Ivy. Только ему нужно еще косу найти. Блин, что это за жесть вообще? Кстати, о косе, да? Блин, яда бимба. Это яда бимба. Только я на себя буду яда больше накладывать, чем на врага, как будто бы. Мне надо камень найти фиолетовый. Блин, можно, пожалуйста, фиолетовый камень, плиз? Ну, типа, камон. Это, ну, чисто по-братски. Да пожалуйста, молю. Щит есть. Броню усилить. Так, на каменный шлем я смотрел, но... Ай, ладно. Этот известный билд, на рейнджерах с косами, он клёвый. У меня есть еще что-то, что блок дает? Типа... Да, есть. Чеснок. Хоть это и не так много, но дает же.
Ну дает же. Жить близ, а как сейчас в Стиме игру купить? Ну, пополнить кошелек через разных агрегаторов, которые занимаются пополнением кошелька. Это их всяких разных дофига, в принципе. Берсерк под... Блин, он сейчас в Берса выйдет! Нет! Не выходи в Берса! Ну ладно, он какой-то очень слабый был. Мага-берсерк. Скидочная свинота, наконец-то! Скидочная свинота мне уже не нужна. Или все-таки оставить ее, но выкинуть камень и песок. Не, камень и песок, он свинот, прости. Скажите, плиз, надежный. Battlepass.ru. Это сайт Фенаргота, стримера, вот, достаточно надежный в этом плане. Вот. Это он норм. А можно и ру аккаунт пополнять, и казахский аккаунт пополнять. Как раз. Так, 7 блайндов. У него наковальня, но он не попадет по мне. 8 блайндов. Не попадет, я сказал. Не попал. Найс. В Dark Mage вышли. Что насчет птички? Ускорять нож, ускорять всю еду. Как будто бы сильно. Почти всю еду. Прям не прям всю, но почти всю. Можно в теории купить еще один агарик. В целом хуже не будет. Почему? Потому что за каждый дебаф на оппоненте. Плюс, может быть, яда банку найдем. Что с расстановкой? Сумку просто купи. А, да, нет. Нечего сейчас покупать, вроде бы. Фаников мало. Дарксейбер не фаники, это грустно. Драконы, блайнды нужны. У меня вообще есть мана, чтобы блайнд-то навешивать. Я об этом вообще не подумал. У меня всего две ягодки. Да, всего две ягодки, но их почти хватает. 9 блайнда под конец. 40-45, окей. Надо больше, надо ягоду найти, не знаю. Банан, герой Potion, нет. И ядобомбу. Птицу справа. Не, я не хочу столько денег тратить. Мана, оно. А еще и щит можешь сделать. На щит. Да, вообще будет круто. Да, вообще круто будет. Так, в принципе, хорошо. Сюда банан. Сюда.
чеснок сюда, броню. И можно было вообще еще роллы поделать, посмотреть, что-нибудь еще придет. Щит не апается. Сейчас мы это исправим. Это не такая большая проблема. Еще один агарик. Чесночок еще купить. Куда? Сюда поставить под банан. Под ягодки. Сюда вот можно. Пойдет. На самом деле еще лучше вот так вот сделать, потому что чеснок быстрее, чем банан прокает. Ну, а значит и здесь также сделать. Мне в принципе не так прям сильно банан нужен. Наложение яда? Нет. Да, вот так вот хорошо. Вот так вот очень хорошо, как будто бы, да. Еще чуть-чуть ускорить. Вот здесь вот мана-орб чесночком и станет еще лучше. Оптимизировали прям по максимуму. Еще и чеснок в итоге под щитом лежит красиво. Сейчас кое-что все равно придется переставлять. Я хочу бы чеснока под щит, скорее всего, чтобы он ману давал. Так, криты пошли, криты, жесть. Ну, тут сюрвайвал, очевидно. Можно еще одну ядобанку сделать. Так, значит, как я могу сделать так, чтобы у меня чесноки усиливали щитом, и каждые 12 брони, которые они дают, мы получали манну. Значит, мы это делаем так, так, и вот оно прекрасно все лежит, стоит. Единственное, агарик бы еще в ядобаночку, да? Зато здесь можно все 4 банки юзать. Коса. Ай. Не, ну... Я, конечно, хотел бы его сюда вот поставить. Ну, что-то мне кажется... Блин, глаз чешется. Пойду закапаю. Не, у меня очень мощно бьет этот. У меня очень мощный Дарксейбер бьет. У меня коса только заберет этот. К сожалению, будет плохо. Урон Дарксейбера. Стамин не хватит, естественно. Это что я думал об этом. Давайте просто купим стамину и. А, блин, глаза. Чё ж так это? Еще бы как-то ускорять еще больше. Ну, блин, тут и так хорошо достаточно ускоряется. Если я переставлю сюда... Ну, вообще-то... Как-то если подумать. Возникает такая проблема, да? Чеснок не дает манну под этим. А еще агарик собирается в яд, но это даже хорошо. Потом сюда можно чеснок запихнуть. Я здесь как расставлюсь. Так. Ну-ка, давай-ка, подожди-ка. Чеснок получается сюда, это сюда, это сюда. Дальше. Сюда еще чесночок можно ускорять бананчик, который прокает пандемониум. Это уже хорошо. Соответственно, этот бананчик ускоряется здесь об чесночок. Шапка броньки. И все стало еще круче.
Гига кайф. Еще одну кожаную броню купить, может. Броньку, не знаю. С другие классы будешь играть сегодня. Я всегда чередую классы. Всегда. Да, стамина, конечно, заканчивается. Жаль. Ну, главное, чтобы меч бил, да? Блин, берсерк врубился. Живем. 12 блайнда. Найс. 14 блайнда. 50% акуроси. Так, ну, кстати. Караптеды. Дивайн. Вместо бесполезного хелса. И... Дивайн иногда может не прокнуть. Наверное, Дивайн хуже. Может, лучше броню просто купить. Может, камень в шлем? Какая разница? Не-не-не-не-не-не, наоборот, мне корабт нужен, я же кучу дебафов накладываю. Блин, я, честно говоря, вообще не уверен в Divine Potke. А вот Holy Armor еще бафнуть. И сделать все это об чесночки как-нибудь хорошо, да? Блин, банан не хочется выкидывать. Нет, шапку мы точно не грейдим. Девай наверху башни. Кстати, а мысль на самом деле хорошая. Пускай Пестиленс Фласк снимает с нас яд, конечно. Это же... Да, естественно, мы же сейчас на себя яд накладываем, и это плохо. Блин, я, наверное, еще песок просто куплю и камень. Чтобы хотя бы одна банка прокала Дивайна, и мы... Да, да, это хороший мув. Очень хороший мув. Я не подумал. Здесь если... Нет, здесь птица ускоряет все, кроме одного банана. Вообще, если сделать так, то можно сделать еще банан вот сюда положить. Так даже лучше будет. Прекрасно. Еще два раунда нам пережить надо. Да, это очень хорошо, потому что мы накладываем 3 на себя же еще. 3 и 1 на себя. Вот так это работает. Блин, враг, а ты будешь хиляться? Он будет хиляться. Банки юзнулись. Сразу же все дебафы скинулись. И, конечно же, он меня убил. Потому что... Почему? Потому что это молотобоец под свинками. Мне кажется, он меня почти сразу застанил, да? Что-то там юзнулось. Броня, 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 броня. И... Нет, смотрите-ка. Дарксейбер ударил, только потом ударил Хаммер. И сразу же прошел стан. 100%? В смысле 100%? А, это крит шанс. Блин, у меня шапка есть. Стан. Дальше Хаммер. Нанес 3 критического урона. Стан не сработал, кстати, походу. Или сработал? Ну, видимо, не всеми станами я. Блайн не работает. Ну, клевер, конечно, так, как всегда. Это как всегда. Все это сделать еще ниже на один. Можно еще и ягодку запихнуть. Которая мне тоже нужна. Ботинки нет. Еще один щит нет. Флейта. Немножко удачи. Не, у нас акуроси за счет дебафов на врагах есть. Камни поролить под конец игры. А то у меня уже не так много места.
Два раунда осталось. Ну вот именно, что под конец игры-то неплохо вроде как. Слушайте, можно еще героик плод бахнуть. Блин, ну тогда надо... Короче, сейчас надо подумать, как это сделать. Чтобы он еще пился при выпиваемом дивайне. Мне кажется, это вообще сложно сделать, не? Две единички в рюкзаке. А, ну да. Я скорее к тому, что если мы выпиваем Divine, ну так будет чуть меньше манны. И пускай здесь лучше будет. А, мы вообще вряд ли выпьем Divine. Ну, кто его знает, кто у меня сейчас врагом будет. Да, поэтому... За... Не выпил в прошлый раз. Ну да, опять же, это от врагов зависит. Но здесь ноль дебафов. Чисто обсидиановый с фениксом, с рубиновым велпом, под санармором снимает себе дебафчики. 60 акуроси. Если еще немножко блайндов навесим, выиграем. Да, хорошо. Я сейчас даже героек не выпил, если что. Что ж еще один хелспот взять? Не, ну, слушайте. Не, ну, слушайте. Ну, как бы, да. Как бы, да. Жаль, не скрестил до этого. Все-таки надо было камни брать. Оп. Это просто как допман. Но... Типа вот здесь. Гарик один можно взять. Понятное дело, что они не скрестятся. Что лучше, банан или все-таки героик? Мне кажется, банан лучше. Потому что он дольше работает. Он дает один стамины, потом еще один стамины. Сумка, нож, броня. Мне как бы хотелось бронешапку. Но уже поздно, да. Просто броню, стон скин бахнуть вместо дивайна. Вряд ли. Улучшенный пот, лучше банан, но я его, к сожалению, уже не скрафтил, поэтому... Можно еще одну шапку, но... Да, героев хорош, когда их несколько, и они, в принципе, хоть куда-то используются, да? На один слот вверх поставить вот так вот две банки... Вопрос, нормально ли это? Типа, опять же, это минус один чеснок, который дает манну. Зато плюс еще яда банка. Но уже тогда, когда у нас упадет ХП. Когда у нас упадет ХП, это уже будет не очень хорошо. Хрен его знает. А, ну, пускай будет так. Чеснок, значит, в минус. В котел давно был забег. Ну, тогда, когда я еще верил, что он хоть что-то сможет сделать. Жесть, у него щит не лежит рядом с броньками, но при этом Corrupted Armor лежит рядом с ножом. Не, это что-то слабое. Еще и молот со свинкой.
У него что, еще не последний раунд? Вот это как-то выигрывал. Ну, я его блайндами законтрил. У него урон вообще есть? А что? А где? А куда? А как он... А у него молот и два ножа. А, ну... Ясно. Ну, не ладно. Окей, ну, как я и говорил, Рипер плюс рейтинг. Потому что это Рипер. На остальных персах минус рейтинг пока что. Ну, в нуле остались, в нуле. Поехали лучницу. Жаль, не выбили штуку, которую хотели выбить. Я, наверное, не буду покупать этот. Метлу и поищу еще что-нибудь прикольное. Из прикольного я нашел Leather Armor. Ну, поехали. Блин, кожаная броня на лучнице, конечно, ну такое себе. Шипы с вот этими вот камни-банками. То, что мы только что видели у чела другого. Может попробовать? Звучит как минимум забавно. Только тогда надо камни покупать и искать бронебанки. Ну, у него довольно сильный билд был. У него там еще что-то мана какая-то была. Я прям не запомнил полностью, но... О, есть Валрус Таск, которым можно шортбоуз заточить. Например. Давайте попробуем, может, реально. Паролить еще Валрус Таски поискать. Может, факел бахнуть. За единичку-то можно. Стального губа. Стальной губ... Как будто нет. Метла. Факел как одно оружие, хорош. Лопата скрасить, чтобы камни, а камни зачем? А, типа вот эти обычные камни. Ну да, но еще шип, еще лук. Блин, может нахер-то факел сейчас просто в шиполуке выйдем. Думаешь, прям сейчас продать тогда меч? Не, пускай пока один ход поиграем так. Сковородка с шовом. Ну, лук плюс меч должны. Еще и шипочек один. Удачка за единичку. Не, ну это здорово. Видимо, придется продать тебя. Обычно я продаю камень, но сейчас вот стоун получше, и уголь вообще бесполезная фигня. Поэтому... есть еще мувы вот такие вот, типа переставить так, чтобы камень находился здесь, чтобы броня находилась здесь, чтобы чеснок был вот тут, и тогда все в критосумке, все хорошо, найс. Как же броня тащит первый раунд? Тут не только броня, тут еще и шипы под броню. То есть у нас много сразу брони, у врагов, естественно, много милишки, и да, мы уже с шипами. Так что в целом, да, тащит. Ей, сильный шипорейнджер. Так, морковка... Карковка, чуть не сказал. Нам, судя по всему, не нужна. Блад амулет. Который не работает на стрелковое оружие. Но при этом дает нам броню еще. Но нам надо сейчас еще поискать шипы, желательно. Фласки какие-нибудь, да. Так, давайте еще раз перечитаем сейчас быстренько этот Nature наш рейнджеровский айтем уникальный. Два яда два шипа гейнт, наложи. Этот, понял.
Морковка же всегда хороша. Не знаю, я небольшой фанат морковки. Но снимает дебафы, но... Мы не будем получать дебафы, потому что шанс резистить дебафы под Poison Ivy будет. Легально? Легально. Блин, ну, вампирская броня такая ранняя, 5% лего. Это очень сильно. Это очень сильно. Надеюсь, не помрем. Поехали. Даже не хочу скипать вампирскую броню. Мы не сможем срезать все дебафы. Ну, понятное дело, что все не сможем. With melee weapon до 100% damage. Да-да-да. Блин, у него тоже шипы. Нож? Ядонож? Corrupted кристалл, чтобы еще броню лутать. Так она заорала. Шипы же тоже только на миле. Ну да, вампирский нож, кстати. Может, еще вампирские перчатки? Шипастые перчатки. Мне понадобится банка, чтобы выхиливаться и чтобы юзать шипастые бронебанки дополнительно. Верно, да. Блин, какую дичь я собираю? Какую дичь? Надеюсь, это сработает. Кстати, нож хотя бы немножко вампирить будет. А то брони у меня дофига, а хп как бы заканчивается. Меня сейчас броня убьет. Моя же броня, нет. One Piece смотришь? One Piece читаю, но довольно редко. Может быть, шипастые перчатки найду еще. Ты же ни разу не собирал вампирскую банку. Ну, кстати, не помню, чтобы я ее собирал, на самом деле. Отписка. У тебя первое сообщение в чате. В смысле отписка? Че-то манга больше, чем аниме. Че, не знал? Вампирская броня тащит. Я бы проиграл этому ядобилду, если бы не вампирская броня. Я и так почти проиграл, но... Но выиграл. Это почти не считается. Ядрасель предлагает, но я чистый пасфайндер. Я чистый Poison Ivy, вот этот вот, да. В него шел, в него и пойду дальше. Потому что, ну что это такое? Один мана и один регена. Флейта. А вот и шипастые перчатки. But what? Вместо мины хватит под шипа... Блин, они довольно много жрут это. Не, они довольно много стамины жрут. Мне кажется, что это как будто перебор. Ну, не особо много, но достаточно много, чтобы... Чтобы луки не могли стрелять и накладывать яд, например. Да и вообще это трата денег. Если не они, то чем вампирить ножом? А чем мы вообще... А мы вообще хотим вампирить? Да не надо нам вампирить, нам надо убивать врагов. Я с радостью третий лук куплю шипастый. И у меня уже 0.8. Блин, с другой стороны, вон можно флейтой, кстати. Стамину восстанавливать. Ой, блин. Ну, ребята. Ну, ребята, ну, может быть. Может быть. Давайте так пока что, да? Так, не хочется камень и чеснок продавать, но и банку нельзя. Нож тоже пока что хоть как-то навампирит у нас, да.
Да, камень нельзя продавать. Нам зелье брони нужно, да, покупать. Возможно, стоило флейту на следующий ход. Давайте так, ладно. Перчатки на следующий ход скрафтим. Камень можно было еще как-нибудь... А, не, никак. Здесь нормально поставить. Так, у меня всего 2 шипа, 6 яда. 6 я... 6 шипов, 9 яда. Мало, 7 шипов. Я его победил. Ура. Слушайте, в фулл кубки идем. Чё? Стамин не справится, но мы перчатки уберем. Ну это реально заносик, ну охренеть же. Да конечно. Сейчас будем со стаминой разбираться, наверное. Перчатки точно вообще надо убирать, тогда выкидывать, я не знаю. Стамину искать. Дудку стамина пак, а не пак. А, нам что нужно? Нам нужно искать ягода пойдет, наверное. Может быть, макс хп под купить. Что оно вообще? 15 макс хп дает. Бронебанка. Шипастая бронебанка. Кстати, о стамине. Вольпер. За 6. Может, продадим ветстоуны? Нахер. Это очень много места и... ненужные нам... этот... Так, перчатки мне сейчас не нужны. Да, мне нужно сделать Stone Skin Potion. И желательно, чтобы он еще и к тому же выпивал... банку вот эту. И допустим, что еще? Ну как будто бы это все, что я могу сделать. Можно еще единичку удачи под Вольпера. В теории. Больше не создаешь, ну на этот-то пофиг на самом деле. Ягодка, это не важно. Этот создаю. Может быть, блин, клеверочек под Вольпера хз. Типа это тоже единичка удачи, удача это криты. Мы шипами будем. Шипы ускоряют его, ну, увеличивают наш стамин реген, да? Поэтому нет, туда клевер, наверное, не буду брать, под него все равно места не хватит. Блин, забавный билд получается пока что, конечно. Мгновенные юзбанки, ну что неудивительно. Так, у него corrupted в Бладторне. О, черт, нет. Не смей убивать меня, Бладторн, я бы шипы убился. При том, что я на него 24 яда наложил. Второй турн вип. Мана не нужна, да? Не надо. Слоты нужны. Оп. Слотецкий. Как их расположить, ваши ставки? Во-первых, так. Вопрос вот в чем сейчас. Хиляться на 12 и клинзить дебаф из себя сразу же. Потому что он 15 хп конвертит. Или лучше вот это вот еще шипов накинуть.
Стамина пот, кстати, да. Еще шипы полечимся в другой жизни, согласен. Мне тоже так кажется. Тебя нет. Бладторн я не хочу, у меня ноль регенерации. Это не тот билд, это не бладторновый, это именно билд на турнвипе. Да? У меня есть однослот, у меня есть однослот. Сейчас, подожди-ка. Блин, ну, здесь важнее, на самом деле, его поюзать. Один лаки, лаки клевер тоже важнее, чем манна. Хотя манна это тоже бафы под вольпера, ну... Зайцам не хватит, а я не знаю, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, что у нас с зайцем и флейтой, хватает ли стамины. Все равно хай. У меня ноль стамина банок. Как будто бы... Ноль. Ну, флейта дала. Нет, не-не-не, нужен. Нужен пот, по-любому нужен. С зайцем не хватает. Вампирка еще к тому же. О, ну можно зайца ускорять, удваивать вампирку, не знал. Яда банка нет. Corrupted. Corrupted очень нужен. Видимо, ягоду продаем. И, наверное, избавляемся вот так вот. Прикольно, идем так-то. Так-то. Мне нравится. Забавный билд. Забавно. Вольпер, конечно, за каждый баф у нас прям не супер много баф. Здесь нет синего камня. Это самое важное. Пока нет синего камня, я, скорее всего, выигрываю. Да. 26 яда. 26 яда. А все-таки одно сердце я потерял. Жаль. Увырги. Увырги. Так, как думаете, куда еще поставим этот фаник? Сейчас придумаем. Можно под шипы, кстати, под шиполуки, кстати. Ну, ускорять вульпера. Ну, он дает больше всего бафа, которого у тебя меньше всего. А в нашем случае это что, наверное, удача какая-нибудь. Вампирский нож. Поставить рядом с броней. Пускай вампирит на 4 с каждой тычкой. И дает вампиризм. Как будто бы да. Наверное. Какой странный билд, какая жесть. Почему я в это играю? Блайндухи немножечко, куча перца. Можем не вынести чела на перца, хотя у него еще факел вместе с экскалибуром. Может быть, он об шипы умрет. А я не умру об использовании вампирской брони. Блин, у него синие камни, нет, синие камни. Я ему вообще урон не наношу. Че, как, о каком там билде идет речь, да? Да, вампирский даггер мне как будто бы и правда очень нужен был. А что мы сейчас ищем вообще? Не знаю. Камни. Ананас. Нормальный план.
Holy Armor, в который можно еще один корабль запихать. Блин, Holy Armor по скидке. Склинживает яд. В нее можно реально камень запихнуть. И бы банки все переставить куда-нибудь, да, чтобы... Чтобы вот здесь вот нейчрайта мы поддержать, да? Тут к фанибагам нет смысла. А я ускоряю одним. Еще одним? Ну, такое. Возможно, еще есть смысл вот так сделать. Друзья, я могу еще лучше переставить вот это все. Могу. Остается еще один этот юнит. Короче, надо брать Holy Armor, потому что за 7, ну, не знаю. Ай, ваншота луки, которые об мои шипы вообще не бьются. Но мы его ядом дамажим, не шипами. Да я сейчас помру. 30 яда еле-еле наложил. Вот и ананас, ей. Только мне сейчас надо место под броньку найти, да? Ананас, конечно, за 7. У меня 0 другой еды, которая будет его ускорять. Мне еще броню делать. Куда-то пихать, да? Блин, вот бы напарываться на кого-то, кто на тебя дебаф и пытается навесить там вот это вот все. Малю, поверни вип. Кого? Че с випом-то не так? Он стоит в этом критовой сумке. Куда мне его поворачивать? Кстати, это враг, который накладывает на нас дебафы. Я как раз такого искал. С Бладторном. Да почему? Да почему я ничего не могу выиграть? Ананас за 4. Вот это то, что нам нужно. А, я вот это еще забыл. Кристалл вытащить. Дракон, броньки, щиты. Это все круто, но... Не знаю, почему я ролю без этой сумки. А ща я могу вот так вот вип запихнуть. И тогда на нас поместится. И этот броня поместится вот здесь. И будет стоять вот так. Он тоже будет nature item. Разве, может быть, вы об этом просили?
Нам нужно как-то двойку запихать. Если запихав сюда. У меня единица занята, да? Я не смогу банку юзать. Это типа плохо. Не занято тут ничего, все нормально. И последний нейчерайтом остался, который у меня. Так вот же он на нас. Блин. Не, ну лучше я найти не могу, я не знаю. Я не знаю. О нет, чейнвип, который будет воровать мои шипы. Ну, не воровать, а уничтожать их. На нем яда всего лишь... А у него миллион резиста к яду. О, боже мой. Еще и криты чейнвипом по 150. Что за монстры мне попадаются после того, как я вышел в этот, в бесконечный? Что происходит просто? Мана, броня, мне мана вообще не нужна. Просто фул резист яда. Просто фул резист. Какой у меня билд на яде. Да? Нужно ускорить ананас хотя бы этой ягодкой. Мне мана вообще не нужна. Мне не надо, чтобы вопель давал ману, например. Мана под кролика. Ну, ну ладно, с другой стороны, тогда стамина будет больше, но нет, наверное, нет. За два продать, да смысл? Пускай бьет. Хотя он стамин будет выжигать. Бесполезный нож. Как все начиналось хорошо. Да, да, что-то там прикольно вроде все собиралось. Так, этот снимает с себя яды. Ну хотя бы, наверное, их не резистит. Я все равно не могу их нормально наложить. 35 хп в броне. Ну от шипов он не умирает, потому что он на драконе. Ноль. Боже, так хорошо все шло. Ноль.